Мої вітання глядачам 9 каналу. Традиційні підсумки року. І сьогодні говоримо з міським головою Дніпра Борисом Філатовим. Мої вітання. Дивіться, в мене є три блоки питань. Господарські, політичні і особисті. З яких починаємо? Ну, наверное, лучше з господарських, тому що я в останнє время превратився в крепкого хозяйственника. То, чого я більше всього боявся. Хоча, на самом деле, если без шуток, как бы, я считаю себя сити-менеджером, поэтому я думаю, что для земляков, для горожан будет, наверное, в первую очередь интересно услышать по хозяйственным вопросам, ну а политические, личные, это потом уже обсудим. Вам было складно перелаштуватися на господаря? Скажу так, что ну, с самого начала я понимал глубину вызовов, которые ждет нас в нынешней каденции городского совета, но, тем не менее, ту проблематику, которая вообще досталась, ее тяжело очень осмыслить. Поэтому только сейчас, я считаю, в силу целого ряда причин, городской совет заработал нормально, и этот год можно назвать более успешным, чем все предыдущие. Опять же, были политические причины, но не будем останавливаться, они ушли в прошлое. Все наши телезрители помнят, как себя вообще вел городской совет в предыдущие годы. Депутаты разве что по потолку не ходили, и в президиум забегали, и драться со мной пытались. Но сейчас все пришли в чувство, и я считаю, что в 2018 году городской совет отработал, ну, может, не на 5, но на 4 с плюсом. Поэтому этот год, я считаю, успешным и по задуманному, и по реализованному. Конечно, были огрехи, где-то мы оступались на этом сложном пути. И у меня есть четкая уверенность, что в 2019 году мы закончим все начатое. И самое главное, конечно, чтобы нам в этом не помешали выборы многочисленные, которые будут в 2019 году. Добре, тоді давайте, раз ми вже заговорили про те, що вийшло, що не вийшло, про підсумки року. Року про зради і перемоги, що вийшло, що не вийшло, в чому розчаровані, в чому були невдачі, а в чому були успіхи? Ну, я вам скажу так, що хотілося б, звісно, відійти від цієї дихотомії зрада-перемога. Тобто, на самом деле, життя наша не состоїть із чорного і білого, вона состоїть із красок, полутонов, вона окрашена в різні цвіта, тому не было однозначных зрад, не было однозначных перемог. Где-то были ошибки, где-то были достижения. Так а что удалось сделать, а чем не совсем задоволены? В каком направлении? То есть, если мы говорим о том, что городское хозяйство в этом году, я думаю, даже самые большие скептики с нами не смогут не согласиться, оно приобрело новый импульс, изменения видны везде, об этом, ну, то есть, это очевидно. Везде, начиная от огромного количества ремонтов жилого фонда, заканчивая запуском новых троллейбусных маршрутов, борьбы с незаконными пунктами металлоприемки, с наливайками, с капитальным ремонтом улицы Курчатова. То есть направление движения, оно четко выдерживается, и мы можем говорить по каждой конкретной отрасли, начиная от социальной защиты и заканчивая, не знаю, там, инфраструктурными проектами, то есть везде видна динамика и движение вперед. Если мы говорим о как бы поражениях и ошибках, ну, в первую очередь для меня это, естественно, мост. Я скажу так, что своей вины особо я не вижу, хотя я не устаю извиняться перед жителями нашего города за этот затянутый проект. Но нам пришлось, к сожалению или к счастью, поменять подрядчика, который оказался недобросовестным. Это длительная процедура, международный тендер, 45 дней, поэтому получилось, как получилось. Хотя я думаю, все, кто ездит через мост, они видят, что в настоящий момент работа идет просто круглосуточно. И совсем скоро мы, я думаю, мост, нельзя так говорить, закончим, уже домучаем. Но это забудут. А мост, отремонтированный, единственный, наверное, во всей стране за средства муниципального бюджета, он останется. И, знаете, очень многие даже ко мне вот приходят, говорят, ну, наверное, ты просто сумасшедший, что решил в первой своей каденции, несмотря на такую политическую нестабильность и на качество депутатского корпуса, поднять столь серьезные, глобальные и тяжелые инфраструктурные проекты, как метро, как мост, ввязаться в войну за аэропорт. Поэтому, ну, наверное, я поставил себе очень высокую планку, и я думаю, я до нее дотянусь уже в 2019 году точно. От, до речи, метро и аэропорт, это на данный момент успех, чи поки що
складно щось відповісти. Это смотря как судить. То есть жизнь – это ж философия. Поэтому то, что, если мы говорим о метро, это 23 или больше года брошенного проекта, который собирали по крупицам. То есть это серьезные проблемы с проходкой. Ну, я думаю, мало кто бы мог справиться, то есть поднять это. Ну, никто, давайте так, объективно. Никто в городе не верил, что строительство метро будет продолжено. А оно продолжено. Поэтому мы, конечно, выбиваемся из сроков. Але є такі, хто і досі не до кінця вірить. Ну, смотрите, я ж не могу вставить свої мозги всім. І з другої сторони, є люди, які, ну, вони сліпі. Тобто їх невозможно убедити і сказати, що біле – це біле, чорне – це чорне. Вони живуть в тільки понятній їм парадигмі. Поэтому пусть не вірять, але я-то розумію прекрасно, я метро займаюся кожен день, що в той момент, коли ми пройдем наклонные стволы, и у нас будет возможность доставать грунт, в том числе основные тоннели, мы ускорим прохождение в разы. Поэтому, знаете, никто не мог поверить, и, наверное, до сих пор не верят в том, что новые станции метро у нас будет проектировать всемирно известное лондонское бюро Захи Хадид. Они уже как-то начали працювати? Конечно. Они занимаются этим вопросом, и были переговоры в Лондоне. И, я уже какие-то проекты визуализации? Нет, конечно. Ну, то есть, как я говорю, веселые картинки, они есть, но это серьезное дело, поэтому, более того, это, знаете, будет такая изюминка, я не хотел бы это презентовать. Я вообще бы хотел очень... А головному художнику показывали эти картинки? Да, но это как бы не его задача. То есть, хотя он тоже молодец, он энтузиаст, и я считаю, это находка, и действительно... Это человек, который работает не за какие-то, так сказать, плюшки или пряники, а который действительно хочет искренне изменить город. Хотя сталкивается с колоссальным сопротивлением. У нас же, знаете, у каждого заканчивается город либо на границе собственной квартиры, либо на границе собственного магазина. Вот у меня есть магазин, я хочу деньги зарабатывать, поэтому я приколочу вывеску не такую, как положено, а на 5-10 метров. И напишу на ней красивыми большими желтыми буквами «Колбаса». Ну, таких предпринимателей тоже приходится убеждать. Иногда, ну, от, силой. До речі, да, хочу запитати вас про нашого головного художника. От у нас навіть банер на 9-му каналі з його малюнками. Складається враження, що він не куплена людина, і він активно взявся боротися з цією так званою наружкою, наружною рекламою. Як ви на це пішли? І, ну, наскільки складно дається ця боротьба? Бо це, зокрема, і великі гроші. Ну, я вам скажу так, що я не то, щоб на це пішов, це була моя ініціатива – знайти головного художника. І не тому, що він хороший, или ентузіаст, или, як ви говорите, працює не за гроші, а для того, щоб, наверное, може, навіть і в історію війти. Це дійсно мотивація. Для мене було дуже важливо, щоб в місті були єдині правила для всіх. Щоб всі розуміли, в первую очередь предприниматели, о том, что правила, они одинаковые. Если у нас есть вывески такие, они должны быть у всех такие, как утверждено, а не другие, как кому заблагорассудится. Вторая мотивация, она понятная и простая, это сохранение архитектурного облика города. К сожалению, он очень сильно испорчен, и в этом вины моей нет. Потому что даже в прошлых каденциях управление по охране культурного наследия ликвидировали, а я его возродил. Поэтому скажу так, что... Из этих как бы двух компонентов сложилось желание найти этого человека, и нам действительно повезло, что мы нашли именно Сергея и такого энтузиаста, который у него есть визия, понимаете? Вот так. А дальше это вопрос процедуры. То есть его визию надо переложить в нормативные документы, потому что где-то витать в империях и рисовать красивые картинки – это одно. А нам надо принять соответствующие нормативные документы, регуляторные акты, которые станут в городе законом. Але це достатньо корумпована сфера. Естественно. А я вам скажу так, что эта сфера коррумпирована не только, вернее, не только эта сфера коррумпирована. У нас куда ни кинь, везде клин. А маршрутные перевозки не коррумпированы. А мафы не коррумпированы. А распределение земли, а застройка. То есть, ну, опять же, я не думаю, что сегодня, условно, в новогодних, так сказать, настроениях есть смысл обсуждать эти большие проблемы, но однозначно то, что я так, знаете, приоткрыл форточку и пустил туда свежий воздух, об этом тоже даже самые большие скептики не могут сомневаться. Але дивіться, от, наприклад, вывеска магазину,
Цукерок, який нещодавно відкрився. Ну, я читав про эту зраду, но это просто смешно. То есть, во-первых, если вы обратили внимание про этот магазин, я понимаю, за который будем говорить. Во-первых, это не самая страшная вывеска, это раз. Во-вторых, але ж ви сказали, правила одні для всіх. Правильно, ну а ви взагалі заметили, що її перерисували, да, після того, як їм дали предписание? Вона тепер згідно правил? Да, вона тепер другого цвета. Не ядовито-красного, а в цвет фасада. Вот так. Поэтому, знаете, я бы, может быть, был бы рад, если бы у нас все вывески такие были, как на кондитерском магазине «Рошен», а не так, как вывешивают ломбард, секонд-хенд или продажа утюгов прямо на центральном проспекте. Поэтому, ну, наверное, можем много ерничать по поводу «Рошена», сейчас много разных всяких хихонек-хахонек, опять же, в соцсетях, например, по поводу катка, который Рошен открывает у нас на центральной площади. Но только я знаю, что в Харькове такой каток действует уже 5 лет. Я знаю то, что компания Рошен купила за свои деньги, а в частности 600 тысяч евро этот каток, и предоставила его городу бесплатно. Поэтому можно хихикать в соцсетях, а можно прийти и бесплатно покататься на катке со своими детьми и получить от этого удовольствие. Пусть они рекламируются, никаких проблем. И на самом деле это, наверное, не самая плохая корпорация в нашей стране. Ну поэтому, да, враховуючи те, які там були черги в день відкриття. Поэтому, когда, ну знаете, ну, у нас много юмористов в городе, особенно же, я говорю, в соцсетях. Ну пусть они сделают хорошее, или пусть они займут мое место, когда, знаете, приходит компания, говорит, вот вам бесплатный каток, а я им должен сказать, не, я вас не пущу. Почему? Потому что вы Рошен. А чего нет? Пусть это, если бы пришла с таким предложением компания АВК, или компания «Свиточ», тоже милости просим. Все, кто хотят вкладывать деньги в город, всем зеленая улица. Ви заговорили про соцмережі. Вас називають найбільш відкритим мером України. Якою ціною дається така відкритість? Ну, хороший вопрос. Я вам скажу, действительно, это морально очень изматывает, потому что мне очень многие жители пишут непосредственно в мессенджер, напрямую. Иногда всем даже дается відповісти? Нет, естественно, не всем. И не все дописываются, потому что там же стоит фильтр, то есть не все сообщения доходят. Но я даже своим подчиненным иногда ставлю в пример, говорю, знаете как, иногда проще написать мэру напрямую в мессенджер и получить от него ответ и решение проблемы, чем дозвониться на горячую линию, а тем более где-то в профильном коммунальном предприятии получить какой-то сервис. И мы должны в том числе этот стандарт вводить во всем городском хозяйстве. И для них это является примером, с которым они не могут спорить. Но, опять же, для меня даже важно не то, что вот я такой хороший и красивый, и отзываюсь на просьбы людей в Фейсбуке. Для меня важно получать фидбэк. То есть, знаете, любой большой начальник, он где-то закукленный в своих подчиненных. То есть они приходят, что-то докладывают, говорят, Борис Альбеш, все хорошо, все сделали. А оно не так, как они это презентуют или представляют. Оно чуть-чуть совсем по-другому. И очень часто, когда мне люди пишут, я просто понимаю низовую информацию. Я вам честно скажу, что я иногда вот задумывался, например, каково было Ивану Ивановичу, когда не было соцсетей. То есть у тебя стоит большое количество фильтров, приемные, помощники, я не знаю, там, охрана на входе в горисполком. Ты не можешь же получать информацию снизу. А до меня она доходит в течение там, набраного меседжа в Фейсбуке. Але там же пишут и те, что мэр поганый. Это тоже цена? Ну, я вам скажу так. Это пишут в комментариях. Когда обращаются ко мне, они не пишут. Более того, есть целая ряда людей, я называю их около горсоветовская тусовка, которые не приспособлены к производительному труду, и они должны быть где-то в радиусе 500 метров от горисполкома, условно. При этом им все равно, где быть, во власти, в оппозиции. Главное, чтобы они где-то находились под софитами. Так вот эти люди очень часто пишут одно, делают другое, а в глаза говорят третье. Почти всегда. И это не только касается непосредственно там, каких-то активных граждан, ну, очень многих. Есть такие, что пишут что-то плохое в комментарии, а потом все-таки возвращаются? Да, приходят с просьбами. Навіть приходят? Да, или наоборот, приходят с просьбами, и когда ты им отказываешь, потому что просьбы некорректны, они уходят и начинают писать гадости. Вы злопамятный? Очень, это правда. Каюсь грешен. Это правда. Вот так.
Да, все записали, все зафіксовано. Про бюджет. Я не скажу так, я даже не злопамятный, у меня просто очень хорошая память. Вот так. Знаете, как Конфуций говорил? За добро плати добром, а за зло справедливостью. Поэтому я справедливый. От так, от, да. Ви не злий, ви справедливий. Да. Про бюджет. На 2019 рік ви себе назвали господарем, і цей бюджет вже теж встигли охрестити господарським. Яка частина господарства у Дніпрі вимагає найбільше уваги і найбільше клопоту? Все. Но нам надо определиться с приоритетами и сконцентрировать, получается, ресурс. Что это за приоритеты? Мы и дальше будем развивать муниципальный дешевый электротранспорт. То есть у нас в бюджете заложено проектирование линии электробасов, не троллейбусов, в Приднепровск, а также продление троллейбусных маршрутов на Шестую Победу. Мы увеличили финансирование на 40% ЖКХ, опять же, ремонт, и жилой фонд находится в неудовлетворительном состоянии, хотя сделано реально очень много. Мы заложили серьезное финансирование на дороги, хотя понятно, что я об этом всегда повторял, многие там пишут, вот у нас побомбило дорогу и прочее. Ну, просто все уже забыли, как оно было до этого. А реально при нынешнем уровне финансирования, чтобы сделать в городе все дороги, нужно 7 лет. Но, тем не менее, в этом году люди в первый раз увидели, что мы зашли во дворы, то есть начали делать внутриквартальку, которую не делали по 30 лет. Поэтому этому направлению будет уделено внимание, но основной приоритет – это проспект Героев, то есть там очень большая, широкая улица, на которую нужно использовать специальные технологии, в частности 3D-фрезу, и мы эту фрезу нашли, и как бы Героев – это такое стратегическое направление, которое мы сделаем в следующем году. Ви кажете... Ремонты школ, больниц. Можно говорить об этом часами. Ви кажете, важливо все, але бюджет ухвалили так швидко. Чому так швидко? Невже не було спірних питань? Ні, вони були, але, якщо ви пам'ятаєте, ми ж не зря вошли в четверку городов по открытости власти. Это не просто там рейтинг какой-то, кто, который сам себе придумал, нарисовал. Это действительно колоссальная работа, в том числе по созданию соответствующих специальных механизмов влияния на принятие решений. Поэтому, видит Бог, все, кто хотел принять участие в обсуждении бюджета, у него были на это возможности. Были открытые слушания, депутатские комиссии, и в интернете выкладывался драфт, и бегали все и к депутатам, и в громадскую раду. Поэтому, когда мы вышли уже на голосование 5 числа, он уже был сверстан, там были учтены все пожелания разных групп влияния, распорядников коштев, я имею в виду департаменты, депутатов, наказы избирателей. Ну, то есть, естественно, бюджет – это сбалансированный документ, то есть мы не можем... условно, где-то добавить, вернее, где-то убрать, где-то не добавив, и наоборот. Поэтому это был длительный процесс, и его просто 5 числа финализировали на сессии. И вот на последней сессии, не 5, а 19, я не зря говорил о том, что есть депутаты, их мало, но они еще остались, которые не хотят принимать участие в работе депутатских комиссий, не хотят принимать участие в сложных дискуссиях внутри городского совета, хотят просто приходить на сессию, по телекамере выкрикивать лозунги. Что это неправильно, а то не внесли, а давайте внесем с голоса. Есть процедура, есть регламент, и никто не может сказать, что мэр не слышит или не пытается, по крайней мере, решить какую-то проблему, если она с самого начала поставлена, обозначена и подлежит обсуждению. А как вы думаете, для чего они это делают? Ну, я не хочу говорить о коллегах не очень хорошо. Но, во-первых, это политический пиар, а во-вторых, если ты, опять же, не приспособлен к производительному труду, а просто только любишь сотрясать воздух, то это самый простой путь получения соответствующих дивидендов. То есть вот тот депутат, который там больше всех кричал на сессии, просто надо взять его посещаемость, то есть в комиссии он не ходит вообще, а 19 числа он пришел на сессию, по-моему, первый раз за 5 сессий. То есть систематическому труду он не приспособлен, поэтому, соответственно, он отыгрывает, так сказать, свою никчемность тем, что он приходит и громко кричит. Ну, это уже такой месседж для выборцев. Ну, смотрите, я вам скажу так, что людей
сейчас очень тяжело ввести в заблуждение. Сейчас вообще у нас скепсис большой. И люди, вот можно там думать, что ты можешь им как-то крутить яблочки. Я думаю, что люди у нас не так не способны к анализу, как некоторым кажется. Люди все видят. Поэтому я думаю, что выборы покажут. И те депутаты, которые работают на округах и работают с избирателями, я думаю, у них будет хороший результат. А те, которые просто пиарятся и бегают, размахивают флагами, их просто в следующей каденции не будет. Все. Теж до господарських питань, але з таким вже ідеологічним підтекстом. Тут прям цілий список з приводу Степана Бандери. І те, що ухвалили день його народження, як відзначати день його народження на державному рівні. Потім те, що у Львові, у Львівській області, 2019 рік, рік власне Степана Бандери та рік ОУН. І в Дніпрі петиція з'явилася про те, щоб чи то міст, чи то вулицю Шмідта перейменувати іменем Степана Бандери. Яка ваша позиція? Смотрите, моя позиція дуже проста. Тобто я завжди намагаюся смотреть в корінь і приймати максимально взвішені рішення з учетом інтересів територіальної громади. От ми можемо по цьому поводу багато спекуляцій, давайте їх просто уберемо. Тезис номер один. То есть при всем уважении моем личном к лидерам нашего повстанческого движения, национальных как бы змагань, то в принципе Степан Андреевич, он не имел никакого отношения к Днепру, и его как условно исторического персонажа, или не персонаж, нельзя такое слово использовать, персонали, его к Днепру привязать очень тяжело. Это раз. Второе. Если мы говорим об этой петиции, я просто понимаю, кто является интересантом этой петиции и зачем они это сделали. То есть интересанты этой петиции являются граждане, которые управляются одним из народных депутатов, которые, так же как его коллеги из городского совета, ничего не сделали ни у себя на округе, ничего не сделали для родного города. Рейтинг их на округе составляет 3,5%. И, соответственно, кроме того, что пытаться постоянно будоражить гуманитарные темы, на них пиариться и таким образом, как им кажется, но они в этом ошибаются, поляризовать собственный электорат, у них ничего другого не получается. Третье, я прекрасно понимаю, что это политический троллинг. То есть потом они начнут говорить, вот Филатов такой-сякой, он не патриот, он еще, так сказать, предал идеалы Майдана, ну еще какую-то там чушь и просто то, что они просто будут сотрясать воздух. Поэтому, когда это дойдет до, грубо говоря, финального конца, мы посмотрим, чьи появятся уши, и я публично готов в том числе эти уши показать, этих кроликов достать из цилиндра. Но самое главное, вопросы переименования в городе не решает мэр и даже городской совет. Это решает специальная комиссия по переименованию. Поэтому, когда вся эта публика начинает поднимать эту историю там, через петицию и замазывать в эту историю депутатов, мэра, они намеренно придумают такую конструкцию, зная о том, что это не компетенция городского головы. Более того, один раз уже пытались переименовать одну из улиц города в улицу Степана Бандеры. И не Филатов, не депутаты горсовета, а комиссия по переименованию, которая состоит из авторитетных историков, ученых, общественных деятелей, сказала о том, что мы переименовывать не будем, и перечислила причины. Сейчас идет второй заход, но мы прекрасно понимаем, зачем это делается. Я бы просто им всем посоветовал бы, знаете, я не Николай Яныч Азаров, не хочу, чтобы меня с ним сравнили, но это вот как раз тот случай, когда надо взять лопату и идти работать. А не займатися, извиняюсь за вражение, такою чепухою. З приводу Січеславської області, яка позиція? Моя позиція дуже проста. Я це ще раз хочу повторити. Мене вибирали як мера обласного центру, який називається город Дніпр, бувший Дніпропетровськ. Тому в випадку, якщо названня міста і названня області буде не совпадати, відповідно, роль обласного центра будет снивелировано. А я являюсь городским головой областного центра. В случае, если бы была принята такая конструкция Днепр-Сечеславская область, в результате этого, условно, для любого другого жителя Украины
было бы непонятно, где здесь областной центр. Может быть, это Кривой Рог, а может, Павлоград. То есть, это если мы говорим условно о истории, так сказать, ну, мировоззренческой. Если же мы говорим о самом названии, то у меня по поводу Сечеславской области тоже есть большой скепсис. Почему? Потому что я считаю, это новоязм. Вот мы все пытаемся бороться с совком, как некоторые критически называют. Но на самом деле методы, они очень похожи, как на методы также ненавидимых многими коммунистов. Кстати, очень часто, скажем так, ненавидимых неправильно, потому что, когда ты кого-то ненавидишь, должен забывать, не забывать, кто у тебя были бабушка и дедушка. Это фактически новояз. Мы прекрасно понимаем, что слово «Сечеслав» было придумано в кругах либеральной национально-патриотической интеллигенции в начале 20-го столетия. Уже тогда оно не получило отклика у людей. Теперь это слово достается. Точно так же, как новояз коммунистический, как любые аббревиатуры, как то, как вообще любили в начале 20-го столетия придумывать новые слова. Опять же, это знаете, как Даздраперма или Отто Юльевич Шмидт на льдине. Поэтому сейчас эту конструкцию искусно пытаются перенести. И если мы говорим о том, что мы должны слышать людей и прислушиваться, это историю с переименованием двигает, ну, скажем так, опять же, вот эта группа товарищей, которые являются абсолютно нерепрезентативными. Они создают белый шум, они очень крикливые, они подписывают много петиций, они много рассказывают в соцсетях. Но только они представляют, ну, может быть, в лучшем случае, ну, 1%. Я не говорю избиратель, я не люблю слово избиратель. 1% жителей нашей области. Вы за який вариант? Днепровская. Днепр, Днепровская область. Все очень просто, красиво, понятно и не нивелирует роль областного центра. Чудово. Переходимо до питань культури. Да. Проект «Культурна столиця» і в рамках цього проекту музичні проекти, театральні та купа-купа інших. У вас є якийсь улюблений? Я вам скажу так, що, наверное, любимый мой проект – это Bookspace, книжный фестиваль, который вошел очень хорошо, и мы однозначно должны его повторить. У нас город интеллектуальный, город читающих людей, и он прошел были? На ура. Меня не было, к сожалению, но это была вообще моя задумка, и я в это время был в отпуске. А я думала, кстати, это была задумка Виктории Нарижной. Не, ну она, конечно, реализовывала все, и Виктория Нарижная, и Гендин, и компания, все. Я вообще считаю, что в городе вообще все происходит без мэра. Это все наши активные граждане. Они все организовывают, все придумывают, находят деньги. Не, у меня у вас приглашают... задумка самого фестиваля, не задумка реализовать, а просто задумка фестиваля. Это была задумка Виктории Нарижной, и она меня убедила в этом. И хотя я ее не видел последний раз, наверное, ну, может, года 4. Поэтому дай Бог ей здоровья. Что касается, почему я считаю, вообще, моя основная цель. Bookspace, джазовый фестиваль, все задумки Виктории Нарижной и других активных товарищей я готов поддерживать. Но хотелось бы за небюджетные деньги. Потому что они придумывают, а потом это должен платить бюджет. Поэтому моя задача вот в 2019 году все эти прекрасные мероприятия максимально вывести во внебюджетную историю. У нас есть большое количество спонсоров, активного социального бизнеса, которые готовы, грубо говоря, оплачивать выставки, фестивали, марафоны, какие-то народные гуляния и прочее. И всех их, конечно, нашла Виктория Нарижная, и всех их убедила это оплачивать. Поэтому... Это вы про Bookspace говорите. Да, и я вообще говорю, что все это прошло без мэра. Поэтому вот моя задача, чтобы это все было максимально за внебюджетный кошт. Но я с чем согласен, чем больше в городе будет хороших мероприятий, веселых, позитивных, особенно в условиях всеобщей фрустрации населения и, так сказать, психоэмоционального угнетения, тем лучше. И действительно город задышал. Але чи вдається вам відвідувати всі ці заходи, ну якось їх відслідковувати? Ну, где-то я бываю, где-то не бываю, где-то получается, где-то не получается. То, что, конечно, ну, чтобы просто как глядач прийти. Не, ну, наверное, да. Но у меня настолько сжатый график, что я вам скажу, мне тяжело везде. Знаете, я иногда думаю о том, что я превращаюсь в
такого, как, ну, нельзя сказать, свадебного генерала, знаете, как в «Медведя», который ходит везде по ярмарке. Поэтому у нас много мероприятий, и часть из них, естественно, открывает там мои зам, вот такого плана. Но я и устаю, в том числе, от большого количества людей, там, внимания. Вы же понимаете, что если бы я просто хотел прийти как гость, я бы с удовольствием пришел. Но тут же сразу начинает подходить и говорить, а вот у нас там лифт поломался, можно адрес записать? Или там... А селфи сделать? Тільки адрес? Смотри, нет, селфи – это святое, особенно для детей. Тут я всегда иду на встречу, тем более, даже если у меня там какие-то и срывы по графику, всегда я тут пытаюсь идти на встречу. Але с президентом не сделали. Почему? Чи сделали? Смотрите, это же как бы вот опять же по поводу спекуляций. Есть протокол. По протоколу мэр принимает участие в тех мероприятиях, за которые отвечает город. Естественно, я не поехал в Слобожанское, потому что это не город. Плюс, скажу вам так, что в Слобожанском меня не очень любят. Ну, мы же Слобожанскому там кое-где перекрыли. Это зрозуміло, да, да. Чому. Поэтому зачем я буду своим присутствием компрометировать руководителя государства в Слобожанском? В больнице Руднева тоже мне нечего делать, потому что это заслуга областной администрации. Честь и хвала. Валентин Михайлович, я имею в виду губернатор, большой молодец со своей командой. Но я не тот человек, который будет присваивать чужие достижения и на этом пиариться. Поэтому там, где надо, я был с президентом. Мы встречались с студентами, встречались с профессорско-преподавательским составом. Я был на награждении бойцов Украинской добровольческой армии. Это все мои близкие друзья. Поэтому там, где надо. Ну, а те, кто хочет с Петром Алексеевичем сфотографироваться или сделать селфи, это их право. Потом будут показывать, говорить, какие мы молодцы. Что касается фотографий в церкви, я вообще не считаю, что церковь – это место для фотографирования. Там молиться надо, а не фотографироваться. Поэтому у меня очень простая логика. Сказали про те, що... Ну, в зв'язку з роботою, так, не всюди вдається прийти, подивитись просто як глядач. А от на фестивалі ковалів ваш мерський листочок є. Кували? Да. А я объясню почему. Потому что у меня вообще далеко идущие планы по поддержке ремесел. Я считаю, что вот в нынешнем мире, диджитализированном мире, мире массового производства, очень серьезно ценится хендмейд, то, что сделано руками. И в следующем году мы будем делать фестиваль соответствующих как бы мастеров, не только кузнецов, но и там тех, кто занимается там эмалью, режет по дереву, уже как бы придумано, наверное, даже Виктория Нарижная нам поможет что-то сделать в этой истории. Поэтому ну, мне было интересно это именно лично, вот прийти, тем более Гришу Талисмана я хорошо знаю, кузнеца, он молодец, он большой талант. Поэтому там я действительно получил очень большое удовольствие. И вот это вещи, ну это знаете, это люди жемчужины, за них надо держаться. То есть очень бы не хотелось, чтобы они разбрелись по стране или разъехались по миру. Тем более, как человек, который имеет одну из крупнейших в Европе коллекций японского искусства, я знаю, сколько это может стоить. То есть, грубо говоря, мастер-реставратор в Лондоне, он берет там $1000, где такой же мастер, даже лучше, живущий в Днепре, Леша Ящук, берет условно 500 гривен. Понимаете? И моя задача, чтобы в Лондоне про Лешу Ящука узнали. И он мог через интернет продать то, что он здесь продает за 500 гривен, за $1000 и, как бы, так сказать, потратить деньги на свою семью. Тобто, а не уехать в Лондон. Наступного року Ковальфест будет. Я думаю, и Ковальфест, и вообще фестиваль тех людей, которые делают что-то руками. Но именно уникальных мастеров. Это не будет там макраме или, я не знаю, там аппликация. Вы каким-то ремеслом занимаетесь? Нет. В основном только интеллектуальным трудом. А спорт? Со спортом сейчас тяжело. Со спортом тяжело. Почему? Потому что с учетом 18-часового иногда рабочего графика до спортзала я не дохожу. В основном мой спортивный режим заключается в том, что я сижу в кабинете и психую на подчиненных. У вас груша висить ще в кабинете? Уже убрали. Уже прибрали? Но скоро повесим снова, да. Почему? Потому что как бы она мешала, я сейчас хочу передвинуть в другое место, но она будет. Помогает снимать стресс. Ну, по спорту у вас дружина больше. Да, это да. Она большой молодец. Можно брать приклад с ней. Або разом займатися. Так, ну, від спорту, від культури до політичних питань.
Ваш вихід з укропу. Ну, це давно ж планувалося. Давно планувалося. Да. І таке сталося. Ну, тот, хто, опять же, хоче докопатися до суті вещей, а не пытается спекулировать, он может просто в гугле набить и обратить внимание, что конфликт этот давний, он уже перезревший. Я, наверное, уже больше года назад говорил о том, что я хочу эту историю как-то закончить. А чему не вдавалось это сделать раньше? Смотрите, ну это была проблема исключительно моя, то есть мне было тяжело финализировать решение. Во-первых, мне реально было жалко. То есть, ну, я создавал эту партию, стоял у истоков, а потом какие-то клоуны, условно, ее присвоили. Поэтому, с одной стороны, я где-то испытывал иллюзии, что, может быть, кто-то одумается. Но когда вот этот бродячий балаган под названием Буковель на выезде начал кататься по стране и заведомо понятного всем непроходного кандидата поднимать на флаге, ну, то есть, я в этом принимать участие не хочу. Много есть разных спекуляций, что чуть ли там не администрация президента, меня, как-то, куда-то. Но это, знаете, есть сейчас целая категория экспертов, аналитиков, которые сидят и на этом деньги зарабатывают, когда они придумывают какие-то конспирологические теории, которые впоследствии сами и верят. То есть, естественно, я не останусь неприкаянный, но и не собираюсь записываться никуда, а уж тем более в ППП. Поэтому моя партия – это партия Днепра, партия людей. И если будет какой-то новый политический проект, я вижу его в виде партии, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления. За этим есть будущее. Более того, я скажу честно, я благодарен нынешнему президенту, который придумал эту реформу, воплотил ее и является ее гарантом. Почему? Потому что, знаете, сейчас же меня окучивают многие разные кандидаты в президенты. Они все такие красивые, ласковые, говорят, мы же все сделаем для родного города особенно, понятно, да? Но только у меня нет гарантии, что если, условно, у нас поменяется в стране власть, у местного самоуправления не начнут забирать полномочия и деньги. Сейчас мы сидим не клятые, не мятые. Вот поверьте, провалиться мне на этом стуле, мне Петр Алексеевич не звонит и не говорит, ты должен сделать это, ты должен сделать то, к тебе приедут люди, они тебе расскажут то, что ты должен делать. Ни я, ни другие мэры, ни территориальные громады, они не испытывают никакого давления со стороны центральной власти. И мне это нравится. И за это я благодарен Порошенко. Нравится он некоторым или нет? Про реформы. Да. Вони всі втілюються, якась краще, якась гірше. Реформа освіти, медицини, суду, реформа децентралізації. На вашу думку, яка з цих реформ, можливо, одна, можливо, декілька, в місті саме найкраще втілюється? Однозначно децентралізація, звісно. Тобто, то, о чому ми говорили. Тобто, реформа децентралізації – це реформа, на которой, в принципе, строится вообще дальше вся судьба государства. Более того, я уверен, ее надо расширять. И тому в Слобожанському вас не люблять. Конечно. А я вам объясню, почему меня не любят в Слобожанском. Потому что если мы говорим о том, что каждая территориальная громада имеет права, она должна еще иметь обязанность и иметь ответственность. То есть нельзя так просто сидеть с большим бюджетом, переманивать к себе налогоплательщиков из Днепра и при этом ни за что не платить. Ни за городские сети, ни за общую транспортную систему, ни за что. Мы-то прекрасно понимаем, что Слобожанское – это фактически часть города. То есть так просто получилось, что оно как-то выпало. Дай бог, пусть живут сами. Но если ты получаешь независимость, ты должен за нее платить. Для меня Слобожанское – это то же самое, что Новомосковск, Харьков или даже Ужгород. Я же не должен платить за Ужгород или за Новомосковск, или за Харьков. И также я не должен платить за Слобожанское. Вернее, не я, мы. Территориальная громада Днепра. Поэтому сейчас мы со Слобожанским подписали соглашение о межмуниципальном партнерстве, пожали с господином Каминским руки, и у нас все хорошо. По дороге в Днепр с них получит 70 миллионов гривен. Это, я считаю, для нашего бюджета очень хорошая прибавка. А с другими реформами как вместе? Ну, смотрите, это ж те реформы, которые не касаются непосредственно местного самоуправления. То есть можно много давать оценки реформы полиции, еще чему-то, но... Я, допустим, как человек оптимистично настроен. Я считаю, что не может быть. Вот, знаете, мы утром проснулись, и, как я говорю, все рыги улетели на Луну. И всем стало хорошо, все стали богатые, красивые и счастливые. То есть это сложный путь. В стране 25 лет ничего не делалось. И только сейчас это идет с трудом. При этом, знаете, вот те, кто критикует очень часто, они пусть лучше обуют, условно, мои ботинки и пройдут мой путь.
или путь кого-то другого. Что очень легко сидеть в Фейсбуке и писать о том, что ты знаешь, как делать правильно. Ты сам хоть что-то попытайся сделать. Поэтому, смотрите, я в том числе в своей как бы политической культуре отличаюсь от других региональных политиков тем, что я не лезу в чужие дела. Точно так же я не даю лезть в дела свои. Вот я четко понимаю свои полномочия и свою меру ответственности. Поэтому я знаю, что реформа децентрализации успешна. Реформа местного самоуправления успешна. А давать оценку полиции? Ну, у меня есть свое видение. Патрульная полиция, да, молодцы, они стараются. Национальная полиция, есть вопросы. Но я не буду сейчас выносить, особенно в эфир, свою боль, жаловаться, потому что завтра мне начнут звонить полицейские начальники, обижаться, говорить, ну, зачем ты так сказал, мы же хотим все. У меня очень часто национальная полиция, знаете, как с бездной. То есть я вот туда кричу, а ответа нет. Но, тем не менее, знаете, я принял на себя этот крест, я его буду тащить. А сидеть в телевизоре и говорить, вот они плохие, они ничего не делают, они пытаются каким-то образом там спустить в канализацию там просьбы территориальной громады. Ну, я не буду. Зачем? Думаю, розумному достатньо того, що ви сказали, зрозуміють. А кому не подобається, ті так будуть телефонувати. Да. Слухайте, а Андрій Садовий, мер Львова, нещодавно сказав в інтерв'ю про те, що йому не дали можливість у Дніпрі, зокрема, встановити свою рекламу. Хто не дав і чому? Це я вам скажу так, знаєте, умні поймуть. Хороший вопрос. Знаєте, вначале ти береш, показуєш по телеканалу, який принадлежить собственной жене, гнусні передачі про других мерів. А потом, когда другие мэры тебя спрашивают и говорят, а зачем это происходит? Ты говоришь, это не телеканал моей жены, это свободные журналисты. А потом, когда свободные рекламные операторы не вешают твою рекламу, ты почему-то обижаешься. Поэтому надо себя нормально оценивать и свое поведение. Понимаете, умные поймут. Поэтому пусть господин Садовой обращается к свободным рекламным операторам. Почему они не хотели его повесить? Или разберется с телеканалом собственной жены. Ну, конечно, проще говорить, что это же все Порошенко, он же меня не пускает, он же всем мэрам дал команду. Пусть он лучше смотрит свой телеканал собственной жены. Там все интересное показывают. И все. Так, ну, не можу не запитати. Ну, судячи з ваших відповідей, я зрозуміла, що в президенти ви не йдете. Нет, я не Андрій Іванович Садовий, я маленький чоловік. Такой маленький региональный мэрчик, и все. Андрей Иванович, он большой человек, у него большие амбиции. Ну, посмотрим, что он находит на выборах и чем закончится вся история, в том числе с самопомощью. Потому что, знаете, у политика не должно быть двойных стандартов. Вот ты должен просто понимать свое место в этом мире и ходить ножками по земле. А когда у тебя двойные стандарты, они потом рано или поздно тебя догоняют. Поэтому я не собираюсь идти ни в президенты, никуда. Я заниматься хочу городом. Я хочу закончить одну каденцию, перейти во вторую каденцию, желательно в первом туре, закончить все свои задуманные дела и пойти спокойно на пенсию. Еще окончательно не свихнувшимся от этой работы. Все. Такі сміливі плани. І можна якраз онуків нянчити вже, да, після другої каденції. Да. А зараз відчуваєте конкуренцію в місті? Ну, честно скажу, нет. И не потому, что я такой как бы большой и всех растолкал плечами, но есть социология, социология четкая, точная наука, есть цифры. Я не буду говорить, так сказать, о своих бывших конкурентах, но они даже близко не дотягивают. Вот так. Є припущення, с ким можете попасти в конкуренцию и кто хочет бути мером, окрім вас? Ну, у нас все хотят быть мэром. Даже ну, вот. Я не хочу, например. Не, ну я имею в виду, есть даже, там, как они говорят, мы молодые перспективные политики, те, которые по городу бегают, там, вот недавно возле город дела полиции, они орали там чуть ли не две недели в мегафон. Я позвонил в полицию, говорю, а что же не орут? Ну, они же не у нас орут, они в банке орут. Я говорю, так, а как-то ж... Не совсем, наверное, хорошо вам работать. У вас сидит 300 полицейских в здании, а у вас под окнами все время орут. Ну, мы ничего не можем сделать. Я говорю, хорошо. Поэтому как бы у нас много молодых, перспективных политиков, очень, так сказать, амбициозных. Ну, пусть занимаются. Я не только про них говорю, я вообще говорю. Я просто вспоминаю историю своей избирательной кампании.
И я просто помню, как электоральное поле, опять же, не люблю слово электорат и прочее, ну, условно, электоральное поле, старались разорвать. И у нас шло много молодых, перспективных, прогрессивных политиков, которые взяли 2%, 3%, 5%. Но от меня отрезали. Я с ними всеми встречался и говорил: ребята, если вы будете продолжать это дальше, Вилкул станет мэром города. Не-не, мы встретимся с тобой в втором туре. Ну, никого из них нет. Но только мне пришлось пройти весь этот ад, в том числе потому, что много хороших, добрых, искренних, перспективных молодых политиков не могут соизмерить свои амбиции со своим, так сказать, местом в политическом істеблішменті. Все. Оскільки кінець року, підсумки, напередодні свят, чи є вже святковий настрій? Пока нет. Вот честно, нет. Я думаю, в тот момент, когда я вот так чуть-чуть уже растолкаю всю работу, конец года, казначейство, надо отправить платежи, я думаю, что вот когда мы откроем городскую елку, то 22-го. Тогда в этот момент я, наверное, чуть выдохну. И, ну, знаете, вот новогоднее настроение, оно ж не только условно там выстраивается там с рабочего графика, это, не знаю, запах мандаринов, ну, какие-то такие ощущения иррациональные. Поэтому вот их надо поймать, эту волну. Я думаю, я ее скоро поймаю, пока абсолютно не новогодняя. Під ялинку, що, який подарунок чекаєте, як вот просто для себе і як для мера Дніпра? Ну, смотрите, я подарков давно уже не получаю. Во-первых, потому что я не умею дарить подарки. И, соответственно, если я не умею их дарить, я не могу их требовать, чтобы мне их дарили. Але ж, мабуть, дарують все одно. Ну, только те, которые не надо записывать в электронную декларацию. Потому что, знаете, у меня такая должность, когда, особенно, вот, например, день рождения, это день ненужных поздравлений от ненужных людей и ненужных подарков. Ну, то есть, я очень прошу, даже если вот меня сейчас видят некоторые там власть имущие, не надо подарков. Потому что, когда тебе приносят 384-ю Петриковскую булаву, ну, у меня даже вот внизу в столовой горсовета есть там такая банкетка, вот все подарки туда отправляются, там целый музей подарков. Який найкращий подарунок? Чтобы меня оставили в покое хотя бы на это время. И самое главное, не слать гифок. Вот гифки я ненавижу, которых там скачут олени или там, не знаю, Дед Мороз что-то носит. Ну, это вообще, ну, то есть это неправильно. Не люблю я гифки. Який маєте найкращий, можливо, найбільш спогад, який найбільше вам запам'ятався про Різдвяні свята, про Новий рік? Є щось таке? Ну, так, з підходу, наверное, не вспомниш. Я став таким сухарем. Как бы, но для меня действительно этот праздник, он реально сімейний праздник. І от де би я ні був, які б у мене не були там ситуації в житті, я завжди пытаюсь. Не то, что пытаюсь, я всегда его провожу с семьей. Вне зависимости от любых обстоятельств. Всегда и с семьей, и только с семьей. Ким були на Новий рік у школі, в дитячому садочку? Ну, ким був? Мушкетером. Була така історія, да. Причому я, як зараз пам'ятаю, це було не просто мушкетером. Тобто я тоді ще займався фігурним катанням, це тяжело повірити. Я вийшов на льот і забув зняти чехли з коньков. Ну, то есть я что-то выхожу и понимаю, что я что-то не еду. Что вы тогда сделали? Назад повернулись или что? Ну, мне начали кричать, родители уже, к сожалению, покойные, что Боря, Боря, ты ж вот так вот. Было дело, да. Так что теперь, наверное, это где-то, знаете, осталось из детства. Я как Портос, дерусь, потому что дерусь. Найкращий спогад про цей рік? Не знаю. Он был очень сложный, но я считаю, что был лучше, чем предыдущий 17-й год. Я думаю, что, наверное, это встреча с принцессой японской. Принцесса – это Камада. Я писал об этом. Действительно, это фантастическая женщина, это фантастическое знакомство. То есть с настоящей живой принцессой мало кто знаком, я думаю, не только в Днепре, но и в Украине. И мы знакомы больше 10 лет, и мы как бы дружим. И я вам скажу так, что такие знакомства ими надо, ну, дорожить, потому что, ну, там нужна репутация для того, чтобы как бы быть вхожим в операторский дом. И мы встретились, опять же, обсудили там японское искусство. То есть, когда ты разговариваешь с подобного рода людьми, то есть от тебя уходят все проблемы, лифты, прорванные трубы.
остановки, на которых торгуют спиртным, и ты пытаешься это как-то привести в порядок. Поэтому, наверное, это самое лучшее воспоминание. Опять же, почему? Потому что мы встречались, и супруга моя была, то есть поехали как бы. Ну, это действительно приятно. Японія, спілкувалися это... англійською чи з перекладачем? Англійською. Да, ну, получается, как? Я, знаете, как собака, то есть я на английский понимаю, но говорю, хотя где-то я потом, когда переключаюсь, я, в принципе, достаточно говорю нормально. Ну, и при этом была еще переводчица, то есть есть же такие ситуации, где надо знать очень глубоко язык, поэтому кое-где помогали с переводом. Пане Борисе, я дякую вам за розмову, а нашим глядачам я дякую за увагу. Підсумки року підбивали з міським головою Дніпра Борисом Філатовим.